Здравствуйте, это «Город новостей», в студии Елена Гречищева. О событиях жизни города в материалах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. Главный праздник страны. Как в этом году будет проходить парад Победы в Кунгуре? Переехать переезд иногда не под силу. Как воздействовать на его владельца? 10-й день рождения. Спортконкурс «Папа, мама, я» отмечает первый юбилей. С азартом. Митинг ко Дню Победы по-новому. В городе идут последние приготовления к празднованию главного события для страны. Кроме наведения порядка возле памятников, те, кто ответственен за проведение митингов и парада Победы, волнуются вдвойне. В этом году в программу проведения великого праздника 9 мая внесены серьезные изменения. По времени парад будет сокращен вдвое, а главных виновников торжества, ветеранов, ждут приятные перемены. Татьяна Андреева подробнее. Очень быстро это делается. Повернулись, следующая тройка. Каждый день по несколько часов без перерывов оттачивают все движения школьники и военные. Оно и понятно, ведь главный праздник страны должен пройти, как говорится, без сучка, без задоринки. На протяжении нескольких месяцев организаторы готовили новую тему для сценария проведения митинга, чтобы с каждым годом он запоминался все больше и больше. На 67-ю годовщину нас будет удивлять главная тема этого мероприятия – «Связь времен». Каждый год будет связан с годом 2012, что наша связь не потеряна. И мы каждый год помним. Помимо увлекательной связующей темы времени, изменения коснулись и самих ветеранов. Всегда ветераны уходили у нас последними с площади. В этом году нет. Мы сделали, ветераны уходят первые. Статично все лучи у нас будут заполнены людьми. И под многократное ура у нас ветераны красиво, под торжественную музыку, с цветами в руках, будут уходить с площади. Остальные задумки организаторы пока держат в секрете, чтобы показать защитникам Родины, которых с каждым годом становится все меньше, что их подвиги не забыты и о них будут помнить всегда. Городской митинг-парад состоится 9 мая на площади Победы в 11 часов. Татьяна Андреева, Александр Липин, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур». Праздничные мероприятия, посвященные 9 мая, начались уже сегодня большим концертом «Салют Победы». А вот митинги у обелисков состоятся 8 мая. Все они начнутся ровно в 11 часов и пройдут в 4 микрорайонах. Возле ДК машиностроителей, у обелиска воинам-обувщикам, воинам-железнодорожникам и на поселке Кирова. 9 мая с 10 часов на мемориале «Скорбящая мать» начнется радиотрансляция «Книги памяти». Сам митинг с 13 часов. Ну а основной парад, который уже второй год состоится на площади Победы, пройдет с 11 часов. Митинг у обелиска «Молчащий колокол» в 2 дня. Для того, чтобы кунгурики смогли добраться до городского кладбища, 9 мая будет введен дополнительный автобусный маршрут. От домов горсовета через остановки «Малышок», горполиклиника, «Мечта» и далее до остановки «Новое кладбище» в обратном направлении он будет следовать через Филипповку, вокзал и мелькомбинат до конечной остановки «Дома горсовета». С 9:30 и до 15 часов отправление каждые полчаса. Сильные духом. Не секрет, что ряды ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом редеют. С ними уходит и часть истории. Но не для тех людей, чья жизнь тоже стала постоянным и ежечасным преодолением себя, своих переживаний и слабостей. Каждый ее день жизни – это борьба. Татьяна Муханова – инвалид первой группы. У нее около 10 лет назад отнялись ноги, но женщина не отчаивается, а пишет стихи. Одно даже посвятила участникам страшной Второй мировой. В одной из комнат скромного жилища Татьяны Мухановой под стеклом результат постоянной борьбы с собой, своими страхами и слабостями. Неходячая женщина – первая в Кунгуре, Кунгурском районе, Пермском крае по дарцу, фигурному вождению коляски и колясочному троеборью среди инвалидов. Ну, раньше, когда коляска была, так меня вывозили. Вот, а сейчас... По заключению врачей, у женщины парапорез нижних конечностей. Татьяна Муханова обезножила в 2004 году, в возрасте 42 лет после перенесенного инсульта. С тех пор прикована к постели. Постоянно рядом дети, внуки, именно ими и жива. Даже самый младший из 8 домочадцев, 2-месячный Артем, знает и любит бабушку, которая очень спешит поставить еще не окрепшего малышку на ноги. От сердечной боли и боли в ногах женщина не спит ночами, но днем улыбается всем и сочиняет стихи, полные боли, вопросов к людям и призывов жить по совести. Один из таких посвящен ветеранам Отечественной войны. И за что они себя в войне сложили? Есть ответ. Чтоб с вами жили мы. Ветеранов, люди, берегите. Можно их по пальцам перечесть. И от нас, живущих в этом мире,
воздадим мы им хвалу и честь. Вам спасибо, ой, поздравляю вас, мои родные. Вам спасибо хочется сказать. Поклониться низко-низко-низко и минуту тихо помолчать. К другим темам. Победила с большим отрывом. На днях мы подвели итоги конкурса «Мисс Кунгур ТВ». Его наша телекомпания объявила в начале апреля. Напомним, что все желающие поучаствовать могли присылать на наш электронный адрес свои фото. В результате нешуточная борьба за звание «Мисс Кунгур ТВ» развернулась между 23 конкурсантками. Но больше 8000 голосов досталось лишь одной. Сегодня наша съемочная группа вручила победительнице заслуженный приз. Победительницей телевизионного конкурса стала 15-летняя Наталья Гонжина. Девушка учится в 9 В классе Березовской средней школы. Сюда сегодня мы и отправились, чтобы поздравить Наталью и вручить приз. Вот, мы очень рады, что ты победила в нашем конкурсе. Надеемся, что ты и дальше будешь принимать участие в различных конкурсах, которые мы будем устраивать. Будешь подговаривать своих не менее симпатичных подруг. Вот, и еще раз поздравляем, хотели бы от нашего спонсора магазина «Женови» подарить тебе сертификат. Вот, и знаем, что у тебя как раз завтра еще день рождения. За Наталью, как выяснилось, в классе тоже голосовали. Ребята по-доброму и с пониманием отнеслись к смелому решению одноклассницы стать участницей беспрецедентного в истории кунгурского телевидения конкурса «Мисс Кунгур ТВ». Были рады, что она решилась участвовать. Но все равно стали заходить на сайт, смотреть, что там. Просто уже профессиональные модели, ну и Наташа обогнала их, были очень рады. Саму победительницу до сих пор захлестывают эмоции, ведь позади бессонная ночь и дежурство у компьютера на страничке сайта ТРК «Кунгур». Зашла, и там моя фотография, почти на весь экран все написано. Я так начала прыгать, скакать. Я даже запыхалась, звоню маме, мама на работе, говорю: «Мама, я победила, все». Сейчас у Натальи сложный период. Она готовится к государственной итоговой аттестации. Для девятиклассницы это непростое испытание, но девушка все равно остается активной участницей жизни школы, состоит в совете дела. Коллеги, так сказать, по цеху тоже решились на небольшой сюрприз для Натальи в честь ее победы. Поздравляю тебя с победой в конкурсе «Мисс Телерадиокомпания Кунгур». И этот танец в честь тебя. Поздравляем, товарищи! По мнению мамы Натальи Светланы, эта победа стала важной ступенькой для будущего дочери, ведь она выбрала профессию, в которой как нельзя важен внешний вид и внутреннее обаяние. Хотела бы пожелать ей счастья. У нее планы сняться для журнала «Стольник», у нее планы поступить в госуниверситет, ей очень нравится. Кстати, наверное, работа будет с вами перекликаться, ей нравится специальный специалист по связям с общественностью. Поэтому она планирует туда поступать, готовиться. Вы смотрите «Город новостей». Чудо свершилось. Именно так жители поселка Можзаводна называют то, что произошло в их микрорайоне. Что за сказочные вещи там приключились, поехала посмотреть и съемочная группа «Мелочей жизни». Марат Борисов продолжит. Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Сейчас хорошо и наглядно видно, какие деревья живые, а какие, так скажем, мертвые. Деревья, которые живые, сейчас зеленые, ну а мертвые, следовательно, абсолютно голые. Например, таких два тополя стоят во дворе дома по улице Свободы, 63. Если упадут в ту сторону, это хорошо, а если в эту? Это тут окна. И балконы, и тут кабель, и тут провода, ужас все будет. Свалится на окна. Это мы все время говорим. Самая главная опасность не в том, что тополя могут упасть на линию электропередач, а в том, что рядом находится детская площадка. И мелочь эта, не дай бог, может прибить ребенка. В микрорайоне Черемушки, за домом по улице Голованова, 50 В, есть два баскетбольных щита. Но элементарно бросить мяч в корзину не получится, ведь корзины здесь нет. Если была бы корзина, то можно было бы играть в баскетбол. Потребность и тяга к игровым видам спорта у подрастающего поколения есть. Но как тут быть, когда корзины нет, а на площадке стоят автомобили? Корзина – мелочь, но мелочь – это недостающая.
Около месяца назад мы показывали вам контейнерную площадку на поселке Машзавода. Напомню, мусора здесь было столько, что из-за него не было видно контейнерные баки. Сегодня здесь, на удивление, чисто. Через месяц снова будет то же самое, что было до этого. Потому что чистят у нас только два раза в году. Весной и осенью. А выгребной ямы как не было, так нет. И, наверное, не будет. Если верить, то ситуация не совсем радостная. Поэтому хочется, чтобы мелочь эта была под постоянным контролем. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – магазин «ГАЗ. Детали машин». Телефон 3-12-11. Устрашающий переезд. В Кунгуре есть несколько железнодорожных переездов, через которые ездят автолюбители и водители рейсовых автобусов. Однако далеко не все безопасны. Сегодня пристальное внимание стражи дорожного порядка привлек переезд по улице Свободы, 144. Наша съемочная группа вместе с ними оценила масштабы нарушений. Сантиметров 10. На железнодорожном переезде, расположенном по адресу Свободы, 144, недавно состоялось обследование, в ходе которого выявлен ряд серьезных недостатков содержания железнодорожного переезда. Это такие недостатки, как дорожные знаки не соответствуют ГОСТу, дорожное покрытие на переезде не соответствует ГОСТу, в результате чего содержателю данного переезда были выданы предписания на устранение этих недостатков. Каждый день через этот опасный переезд проезжают десятки пассажирских автобусов. Из-за неровностей и огромных ям может возникнуть аварийная ситуация. Нарушений на нем целый букет. Настил в непригодном состоянии, глубокие ямы и неровности, световая и звуковая сигнализация оставляют желать лучшего. Дорожные знаки уже давно пора заменить, так как они все погнуты и на них образовалась коррозия. Также на переезде не обеспечена видимость при движении подвижного состава. Довольно долго определяли, кто же все-таки хозяин этого объекта. После разбирательств выяснилось, что он принадлежит организации «Цветметперм» с 2011 года. До этого переезд принадлежал компании «Омега-К». Теперь за нарушение правил содержания железнодорожного переезда владелец обязан привести его в надлежащий вид. В противном случае будет выписан штраф на сумму 10 тысяч рублей. Кулинарная битва. Уже завтра. В ней сойдутся предприятия и организации, а также кунгурики, любящие побаловать родных и близких любимым лакомством – вкусным пирогом. Первый городской конкурс на лучший пирог пройдет во Дворце культуры «Мечта». Если вы еще раздумываете над тем, чтобы стать участником, отбросьте сомнения, ведь именно ваши пироги могут стать лучшими во всем Кунгуре. Хозяюшки, этот конкурс для вас. Телекомпания «Кунгур» объявляет общегородской конкурс на самые вкусные пироги и пирожки. Вашей выпечкой восхищается вся родня? Участвуйте в конкурсе и заявите о себе на весь город. Дегустация и оценка изделий пройдет 6 мая во Дворце культуры «Мечта» с 14 часов. Работы принимаются в двух направлениях – организации и частные лица. Подробности на сайте www.trkkungur.ru. Их всех объединяет любовь к музыке. Легендарный коллектив «Родные напевы» накануне отпраздновал солидный юбилей – 85 лет. Перед ягода калина в саду, вся скотина разбрелась по двору, а мы с соседкой на крылечке сидим, о погоде, о делах говорим. А мы с соседкой на крылечке сидим, о погоде, о делах говорим. В такой дружеской, почти домашней обстановке начался праздничный концерт, на котором собрались самые близкие люди коллектива юбиляра. За 8,5 десятков лет творческий коллектив прославил себя не только в родном Кунгуре, но и далеко за его пределами. В репертуаре коллектива более 100 песен на разную тематику. Лиричные песни о любви, шуточные и военно-патриотические. «Родные напевы» стали известны своими яркими и запоминающимися концертными номерами. В них продумано все, от костюмов и постановки до правильного выбора вокалистов. Так и на своем 85-м дне рождения коллектив произвел настоящий фурор. На день рождения положено угощать гостей караваем. Родные напевы решили не отставать от этой старой доброй традиции и угостили всех собравшихся пышным хлебом. В ответ они услышали самые теплые пожелания и получили подарки. В первую очередь я хочу сказать слова благодарности вам, как замечательным артистам, благодаря которым о нашем городе знают не только на территории Пермского края, но и далеко за его пределами.
Слова благодарности примите за то, что вы сохраняете верность своему коллективу. И слова благодарности именно как прекрасным людям, благодаря которым и сегодня звучит русская народная песня. Праздник удался на славу. Гости с удовольствием слушали любимые русские народные песни, а сами юбиляры надеются, что выступят с новым репертуаром и на следующем юбилейном концерте. Праздник спорта для всей семьи. Юбилейная эстафета «Папа, мама, я, спортивная семья» в очередной раз собрала сотни участников, которые не представляют своей жизни без спорта. В этом году задания на этапах усложнились. На каждом требуется скорость, сила и ловкость как от родителей, так и детей. Ежегодной эстафете «Мама, папа, я» в этом году исполнилось 10 лет. Год от года количество участников только увеличивается. Каждая семья старается победить, быть лучшей, а у организаторов свой интерес. Для них главное – привлечь к спорту как можно больше мам, пап и их чад, а также в качестве зрителей – бабушек и дедушек. Праздник приобретает большой интерес. Люди откликаются на наши просьбы. А самое главное, видимо, сейчас у нас очень модно приветствуется в наших семьях города Кунгура здоровый образ жизни. И сегодня родители с большим желанием будут участие вместе со своими детьми. Многие семьи пришли посостязаться уже не в первый раз. Но в этом году эстафета потеряла легендарную семью Макаровых. Они несколько лет занимали только верхние позиции на пьедестале и были примером для других семей участников. У нас девочке исполнилось уже 14 лет. И она у нас принимала участие, Елизавета, с 3,5 лет. В этом конкурсе, считайте, 10 лет семья участвовала. И вот сегодня мы видим достойную смену нашим лидерам. Такое времяпрепровождение нравится не только детям, но и родителям. Мамы и папы с азартом выполняют все задания сообща. Каждая семейная команда выступила достойно, но лучшие результаты показали 5 семей. Лидерами этого года стали семьи Жилниных, Максимовых, Герасименко, Вавиловых и Ильяковых. Далее у нас прогноз погоды и рубрика «Если завтра ремонт». Если у вас есть интересные новости, звоните нам. Наш телефон 2-34-13, наш сайт www.trkkungur.ru. Всего доброго, до свидания.